Здравствуйте. Ну, главная тема, конечно, сейчас в мире – это коронавирус. И это самое главное. Ну вот, он уже проник в 36 разных стран. Мне здесь прислали один сайт, где можно по всему миру смотреть, что происходит в живом режиме. Вот здесь видите 80 350. Это на данный момент по времени в Теннесси. У нас час дня. 80 350 заболевших людей. Это общее количество. Здесь идет, видите, название стран. И в первой графе стоят цифры. Конечно, самое большое количество – это Китай. На данный момент 77 660. Дальше стоит Южная Корея. Самое ужасное, что в Италии за выходные уже 283 человека. Ну, чтобы можно было понять, не пользоваться этой картой, вы можете, видите, на карте показаны оранжевым цветом те места и по величине этого шара. Чем больше шар, тем больше там зараженных людей. Ну, например, вот возьмем Италию. Вот здесь написано 283 человека. Нажимаем на эту цифру. Открывается, сразу меняется здесь карта. Ну вот, здесь находится Италия. Можно нажать здесь на это место. И вам вот на данный момент здесь появится квадратик, в котором показано 283 человека заболели, 7 умерло, один вроде как выздоровел. Зелененьким. Так. Можем это все сейчас на данный момент обнулить, потому что у меня какое-то время стояла открыта эта страница. Нет, ничего не изменилось на данный момент. Вчера, когда я получила этот сайт, было 75 500 с чем-то. Уже вечером перед сном, когда я заглянула, то уже было 79 тысяч чем-то. А вот сегодня на данный момент, на час дня, уже 80 350 по всему миру. В этой же графе, здесь видите, вот можно опустить, и поднимутся здесь все страны по убывающей, сколько во всех странах обнаружено заболевших людей. И таким же образом вы можете, нажимая на цифру, открыть карту, и все станет сразу видно и более четко понятно. В этой стороне здесь другой график. Вот здесь белыми цифрами обозначено 2705 умерших людей. Опять же, здесь можно, видите, здесь сдвигать. Тут по провинциям и по другим странам показано, сколько умерло людей. Очень много, конечно, идет китайские районы показаны. Ну, а вот это зеленым обозначено, сколько людей якобы выздоровело. Но сейчас поступила новая информация в том плане, что люди, которые вернулись домой, что они вроде как заболели по второму кругу. Ну вот позавчера или когда объявили китайские медики, что они нашли вакцину, но, говорят, могут использовать только в апреле месяце. Но с такими темпами, как идет по планете заражение, не знаю, что, сколько еще людей умрет и сколько заразится. Конечно, каждый год происходит грипп, и очень много людей умирает, правда, от гриппа, и детей, и ослабленных с иммунной системой. Но, извините, государства так не перекрывали границы, не отменяли самолеты, и города не оцепляли военными и полицейскими. Ну вот, на этом графике можно следить полностью по всему миру. Здесь я обнаружила еще один, но это уже будет на русском языке. После этого видео я дам вам внизу две эти ссылки, и вы сможете каждый день заходить и будете смотреть, как меняются цифры и что происходит, где еще появились люди больные и сколько умерло, сколько вылечилось. Здесь уже все понятно. Это все идет в европейском регионе. Вот здесь все это показано, объяснено, уже можно прочитать уже с другой части света. Ну, вот такая небольшая у меня сегодня видео. Конечно, печальная тема. И, конечно, все в шоке. И здесь многие мои знакомые в Америке в шоке, что в Италии буквально за выходные так быстро все это, значит, набрало обороты. На
интернете очень много можно увидеть уже людей, которые снимают и рассказывают, что происходит на местах, как уже оцеплены города, как уже сметены все с магазинных прилавок. Нету еды и масок, где-то больше-меньше, не знаю, отменены концерты, карнавал прекратился. В общем, перекрывают границы Франции. Австрия тоже решила не дожидаться никаких сюрпризов и пораньше закрыться от всех. Но дело уже не в том, что кто-то был в Китае или в Таиланд рядом там ездил, или вот как сейчас на втором месте, по сути дела, стоит после Китая, это Южная Корея, видите, 977 человек. Это с Южной Кореи уже около 1000. Вот. Поэтому, собственно говоря, как это все быстро развивается, конечно, ужасно. Ну, запаситесь масками, закажите их на интернете. Маски надо брать более серьезные, не такие тоненькие. Они, по сути дела, только, ну, знаете, так, чтобы вы чихнули и не попали на соседа. А, по сути дела, довольно мало. Как говорят, они работают. Пусть дома у вас будет всякие моющие средства, перчатки. Запаситесь на всякий случай продуктами, кто живет в тех странах, где уже начался этот карантин. Я говорю именно о тех странах, где уже существуют зараженные люди и уже начинаются ограничения на выход, посещение магазинов. Как в Италии женщина сказала, что без маски в магазин не пускают. Где-то пускают по 20 человек, стоит громадная очередь, люди все сметают с прилавка. Конечно, началась паника. Ну, есть от чего. Вот такие дела. Я вам дам две ссылки на этот сайт. Один вот этот по всему миру, и второй вот со стороны Европы. Тут все на русском языке, все понятно. Большое спасибо за просмотр. Всего вам хорошего. Не болейте, берегите себя. Пока.